Телевизор пенсионерам. Международный день пожилых людей Аким области поздравил жителей Карагандинского медико-социального учреждения номер 2. Обращаясь к ветеранам, проживающих в медико-социальном учреждении, глава региона отметил, празднование Дня пожилых людей – это еще один повод задуматься о том, что их жизненный опыт и мудрость востребованы обществом. В пансионат ежегодно съезжается около 700 пенсионеров. Здесь у пожилых людей есть прекрасная возможность не только отдохнуть, но и подлечиться. Во время встречи состоялся разговор главы региона с людьми старшего поколения, которые высказали ему слова благодарности и свое мнение по поводу происходящих положительных изменений в регионе. В завершении Абельгази Кусаинов поздравил ветерана с праздником и вручил подарок – телевизор. Я в этот дом попала и очень рада, и благодарю весь город, руководство города, акимат, областной, городской за предоставленную возможность вот здесь нам отдохнуть. Не забыли о людях преклонного возраста и в общеобразовательных учреждениях. В средней школе номер 86 состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей. Праздник организовала первичная ветеранская организация микрорайона «Орбита», которая существует уже 10 лет. На праздничный концерт были приглашены более 100 пожилых людей. К сожалению, на мероприятие пришли не все. Здоровье не позволяет, говорят организаторы. Старшее поколение поздравили представители акимата, Коммунистической народной партии Казахстана и депутаты городского маслихата. Для 86-й школы проводить такие мероприятия стало уже доброй традицией. Учащиеся с большим удовольствием принимают в них участие. Сегодня пригласили нас на торжественное собрание, посвященное Дню пожилых. Я очень доволен, так как организация была очень хорошая. Принимали всех, поздравили, показали концерт. И за все вам большое спасибо.